Телеканал КРТ представляє. Вже з 1 лютого в Україні стартувала державна програма доступних кредитів. Вони хочуть відкрити або розширити бізнес. Але де взяти гроші? За ініціативою президента, уряд розпочав програму доступних кредитів для бізнесу. У кожного є шанс отримати до 1,5 мільйона гривень на термін до 5 років. Як потрапити до програми? Зайти на сайт 579.gov.ua, заповнити та подати заявку. Отримати кредит в банку-партнері програми. Доступні кредити. 5, 7 і 9%. Скористайся шансом вже зараз. Пане Сергію, тобто дивна якась ситуація. Фактично ми бачимо, що у ОВГЗ Україна займає гроші під там 13-12%, а ми зараз бачимо програму уряду там 5, 6, 9, 10, там Петро, Марічка та Русланчик. Ну, що це? Я в макроекономіці розумію зовсім немного, тому я буду говорити о юридичних аспектах цієї программы. Значит, действительно есть постановление Кабинета министров, действительно на бумаге создан механизм, и действительно он даже частично работает. Только вот цифры говорят о себе сами. Если 0,6% удовлетворенных заявок, то есть вот статистика последняя Минфина, за месяц было подано более 15 тысяч заявок, и из них кредитов заключили аж 7 банков на 7 банков 97 за месяц. Это ничего. Ну, в масштабах страны это ничего. Почему? Потому что легкий этот кредит, он только на словах, вот как на картинке красиво пришли, получили. На самом деле, что имеет человек после того, как он заполнил заявку? Если большинство отсеивается сразу, почему? Потому что это на самом деле обычный кредит в плане обеспечения его. То есть точно так же под сумму кредита человек должен дать залог, ипотеку, свое имущество. Либо поручиться за него третье лицо должно, но конкретным ликвидным имуществом. Угу. То есть это машина, которая быстро продается, золото, дом, квартира. Ведь не и только... цена на это да, и больше, покрытие должно быть, конечно, кредит. Больше. Меньше 100% точно банк не берет покрытие от стоимости кредита. Никогда. Берет больше. Плюс оценивает банк это все дело. Оценка, естественно, за ваш счет, за счет заемщика. И, естественно, банк оценивает у аккредитованных у него оценщиков, по какому принципу давайте на всякий случай оценим меньше. Потому что издержки на принудительную реализацию в случае невозврата, то есть реально, если квартира стоит у вас 100 тысяч условных единиц, то ее оценят там в 70 в лучшем случае, а то и в 50. А кредит выдадут, на 50 выдадут, да, под эту сумму выдадут на 50. Поэтому львиная доля заявителей сразу отсеивается. Просто они не получают даже вот этот счастливый документ, проект договора. Это проект простого договора 10 шрифтом на 42 страницах вместе с приложениями. Угу. Это вот такой простой кредит, который они, ну, банки даже не выкладывают у себя на сайте. Почему? Потому что краще людям его, да, лучше его не видеть. Лучше видеть уже, когда для тех, кто хотя бы проходит, ну, сетку вот эту, да, то есть кто может обеспечить себе кредит. Ну, а скорее всего, большинство из тех, кто может дать в залог высоколиквидное имущество, этот человек, а, не нуждается в кредите на таких условиях, б, он имеет возможность обратиться к юристу-адвокату и разобраться в рисках. Да? Чтоб прочитав да. ему доступно да, цей да, договор. Да, да, а, до речі, щодо ризиків у цьому договорі? Ну, начнем с рисков, хорошо, тогда о хорошем потом поговорим, о формальной части. Давайте сразу с рисков. Главный риск, когда нам говорят, что государство вам компенсирует, на самом деле, да, оно компенсирует, но вот на уровне документа под названием «Постановление Кабинета министров». Да, там вот написано, что государство компенсирует. Действительно, есть создан фонд развития предпринимательства, через него проходит бюджетная компенсация этих процентов, но на самом деле вот договор, да. Вот от имени банка и вот от имени заявителя. То есть две стороны в этом договоре. В этом договоре нет третьей стороны государства. Mm-hmm. Да, в нем предусмотрено, что вам часть процентов за вас компенсирует государство. Но также в нем предусмотрено, что если в течение полугода фонд не компенсировал банку проценты, то это ваш долг. То есть вам дается обычный кредит под 20 с чем-то рыночных процентов. Там, mm-hmm. ну, в каком банке какой процент вам определили. Вот. И говорят, что ну, часть процентов до вот этой планки 5-7-9, разницу, соответственно, 15-17, там, компенсирует государство. Опять же, нет у государства денег завтра, вам не компенсировали, банк
ну, по сути, 4 основных банка, там подключились уже и 3 коммерческих банка, но основные заемщики — это Укргазбанк, Приват, Ощадбанк и Укрексимбанк, это государственные банки. Ну вот скажите, государство само собой будет судиться, ну, если у него есть выбор, судиться за эту разницу в процентах самому собой, ну, то есть разные карманы государства, это Госбанк, это фонд государственный, да, там, созданный государством. Естественно, государство выберет вариант взыскать с вас. Держава не сторона договору, то яким чином, в принципі, можливий суд. Тобто, як можна принести договір у суд і сказати, мені винна гроші держава, ну, а суддя подивиться договір, сторона банк, сторона, з, хто брав гроші. Правильно, і що? Все логічно. Єдине, ну, мабуть, будуть попитки зацепитися за постановлення Кабінету міністрів, де написано, що государство щось там должно. Ну, тут также четко написано, что господдержка осуществляется в пределах госфинансирования. Все. То есть, что это означает? Сегодня мы вышли за эти пределы, нет денег по факту в бюджете, не компенсировали фонду. То есть, если півроку держава не выполняет свои зобов'язання, эти все гроши, які держава не доплатила, фактично, вони автоматично лягают на того, кто взял цей кредит. Я правильно розумію? Да, да. И человек, который рассчитывал как раз за счет этих сэкономленных 15% сначала выходить в ноль, а потом зарабатывать что-то, да, он это все будет отдавать. То есть, ну, как по мне, лучше сразу понимать, что ты идешь на 20%, да, рассчитывать как-то бизнес-план делать, чем сегодня пару месяцев поплатить там 5-7-9%, а потом понять, что тебе немножко недоплатило государство. Далее еще интересней. Оценивает, ну ладно, хотя бы фонд, который компенсирует на первой стадии, оценивал, да, тебя как заемщика. Там ведь на самом деле в этом постановлении еще целая сетка условий. Ну, это, если действующий бизнес, это прибыльность, это покупка только, ну, на определенные вещи, мы дойдем до этого, дается кредит. И вот, вот эти все критерии, если пройти на первом этапе, да, ну, казалось бы, все, я прошел, с банком подписал договор, ну, фонд как-то, банк должен с фондом согласовать этот вопрос. На самом деле банк просто уведомляет фонд, а фонд потом может провести проверку. И если по мнению фонда окажется, что вы через сетку проведены банком неправильно, то, естественно, с вас потребуют все назад. Ну, это стандартно, любую соцпомощь у нас можно получить, а потом потребуют у вас ее назад, потому что что-то там какой-то чиновник не досмотрел и безосновательно вам ее выдал. Вот, то есть такой еще риск присутствует. Поэтому, если мы говорим о том, что, ну, уж сильно хочется взять и получается пролезть через эту сетку, то я бы рекомендовал людям обращаться сразу в фонд со своим пакетом документов параллельно и просить письменный ответ. Вот, пожалуйста, скажите, я подхожу, я под ваши критерии? Да, если фонд ответил да, тогда ставить подпись под договором. Ну, идя на сознательный риск того, ну, вот тот риск мы не уберем никак, что завтра у государства денег нет и никто компенсировать не будет. Ну, наверное, 97 договоров за месяц на всю страну — лучшее подтверждение моим словам. А как они вымеряют? Кому 5, кому 7, кому 9? Рассказываю эту формулу. Значит, 5 сразу не дают никому. Дают или 7, или 9. 5 становится, может стать не раньше окончания первого квартала. То есть первый квартал ты платишь под 7% годовых. То есть платишь какую-то часть тела кредита, ну, суммы долга, и часть процентов на остаток долга в размере 7% годовых. Проходит первый квартал, если заемщик создал 2 рабочих места и более, то он получает дисконт от 7%, получает 2% вот этих, до 5% понижается. Я только разумею, официальные трудовые. Да, да, официальные, конечно, с отчислениями не менее минимальной, не менее чем с минимальной заработной платы полной в фонде. Соответственно, 7% дается тем, у кого прошлогодний оборот перед займом был от 0 до там, 25 миллионов гривен. Тем, у кого от 25 миллионов до 50, дается 9. Тот, у кого 9%, может понизиться дальше, как в первом, так и в последующих кварталах, на 0,5% за каждое созданное рабочее место. То есть, чтобы 9%-нику понизиться до 5, ему надо целых 8 рабочих мест создать. Если в первый квартал не успел создать рабочие места 7%, то со второго квартала ему тоже надо создавать по квоте 0,5% за одно рабочее место. То есть 4, соответственно, уже рабочих места. Там есть механизм?
репетиции. Да, да, да. Это все прописано. То есть в этой части банки поддержали, ну, как бы перенесли, по сути, условия, которые правительство предложило, перенесли в договоры. Ну, как бы до момента выплаты банку, да все равно, пожалуйста, хоть под 0%. Банку еще проще, ну, заплатит им государство процент. Просто банк не благотворительная организация. Никому просто так банк давать ничего не будет. Им, пожалуйста, если платит государство, хоть все. Но если через полгода вы нам не заплатили проценты, полгода мы ждем. Не заплатили через полгода, со стороны банка все очень логично. Мы перевыставляем вам, вы не платите, мы идем в суд, вы не платите, мы забираем ваше имущество. То есть, схема проста.